Всем привет, с вами Владислав Бевза, на улице 1 марта, весна, и я хочу распаковать вот эти посылки. Тут, короче, мелочь, меня просили всякую мелочь распаковать, ну, кроме чехов, пленок, вот еще тут есть мелочь. Ну, давайте начнем с того, что вот столько уже очков было распаковано, все ссылки на них в описании, то есть вот такие вот черные, вот такие вот очки, и вот такие вот, все это заказывал один человек, и вот чайного цвета, ссылки в описании, стоят что-то не $2, $2.5, вот. Столько очков. И теперь давайте распакуем. Это у нас кулон. Кулон какой-то. Должен быть кулон. Да. Это кулон. В общем, вот такой вот кулон. Тут у нас написано EXO. Как-то так. Вот это, я так понимаю... Между прочим, вы видите, да, то есть это вот такая вот колба надутая, окажется 2D. Ну, не знаю, короче, обычный кулон, цепочка, правда, какая-то немножко ржавая. И вообще все такое, на золото не похоже. В общем, вот такая вот штука. Давайте дальше будем распаковывать. Следующее, это у нас должен быть, наверное, судя по моим догадкам, это заварничек для чая. Давайте картинки вставлю. Всего, что я тут распаковываю, как она должна выглядеть. Вот такой вот заварничек, такой вот чувак. Тут все из твердой резины выполнен, тут из мягкой. Ну, точнее, из силикона. Пахнет каким-то термоклеем, ну или уксусом, как бы даже. То есть сюда вы насыпаете заварку, по идее. Вот это все. В чай, в чашку ставите, вот так вот заливаете, это заваривается, заварка не просыпается. Мне кажется, классная штука. Ссылка в описании, стоило что-то меньше доллара или $2. И последнее, это колготы. Я еще не думал, что я до такого дойду, ну ладно. Давайте тоже картинку вставлю, как это все должно выглядеть. Сейчас вам просто расскажу, что и как из какой ткани сделано. Так, ну, в общем, вот такие колготы, в принципе, или калоши, я даже не знаю, как это назвать, выполнены из, в принципе, приятного материала. Запах у них, ладно, вы не поймете. В общем, запах, в принципе, приятный, материал вот такой вот тягучий, ну, кожа приятная, в общем, мне нравится. Такие вот колготы стоили что-то 3 вроде доллара, ссылка в описании. Вот такие вот сегодня были посылки, вообще немножко странные, но вот такие вот были посылки. Всем спасибо за внимание, все ссылки в описании. Подписываемся, ставим лайки, и скоро думаю заказать квадрокоптер на лето, чтобы уже летать Tarantula X6. Ну, пока что думаю. В общем, все, всем пока.